Всем привет, друзья и гости канала, а точнее с Новым годом вас, друзья. Наконец-то дождались 31 декабря и Новый год, наконец-то. Друзья, я надеюсь, вы точно так же рады, как и я, ведь это же Новый год все-таки. Вот, подарки, радость, праздник, отметить с семьей, родными и близкими. Вот. У кого-то даже выходной, а у кого-то, к сожалению, мои сочувствия, рабочий день, друзья. Мои сочувствия, у кого рабочий день в это Новый год. Вот. Но лучше было бы, друзья, конечно, если бы у вас был выходной. Вот. Как говорятся уже вот праздники. Вот. Вот. Ну, несмотря на это... Вот, я желаю всем праздничного настроения, яркого, красочного, такого же, друзья, как и у меня. Оно вот сейчас очень, у меня оно сейчас праздничное, очень сильно. Я очень сильно рад, что наконец-то Новый год. Дождались мы, друзья, все-таки 2021 года. Вот. Спасибо вам огромное, спасибо вам, подписчики мои, огромное. За то, что вы меня смотрите, смотрите мои стримы. Всем-всем-всем, друзья, вам спасибо. Вот, я вам очень благодарен за то, что вы меня смотрите. Также я поздравляю вас, мои преданные подписчики, с 2021 годом. Вот. Который будет ровно в 12 часов ночи, друзья. Я вас поздравляю. Всех-всех-всех. И взрослых, и их родителей, и девочек, и мальчиков. Всех, друзья, я поздравляю. Этот, друзья, год был, ну, так скажем, непростой из-за этого COVID-19. Но несмотря на все, друзья, болезни и так далее, мы всегда преодолевали, друзья. Вот, надеюсь, что COVID-19 закончится. В 2021 году, друзья, не успел еще Новый год прийти, 2021, так как я уже хочу 2022. Вот, ну вы же все знаете, Егора, друзья. Но сегодня, вот, я надеюсь, у всех праздничное настроение, несмотря ни на что, друзья. Я очень рад, что наконец-то наступил Новый год, и надеюсь, вы точно так же этому рады. Вот. Вот. Поэтому, друзья, еще раз всем спасибо моим подписчикам, не подписчикам, короче говоря, зрителям всем поздравляю с Новым годом. Желаю вам в Новом году счастья, побольше эмоций, радости и здоровья и благополучия. И также любви. Всем спасибо. Пока-пока.